people have the right to ignore the truth. There are many other worlds. And they have really high technology. But the price it to see it all may be too high. Great humor, wonderful atmosphere, and of course the furious action. In the little fantastic film by George Daniel, прежде чем я начну, настоятельно рекомендую всем тем, кто не смотрел фильм «Кин-дза-дза», посмотреть его перед этим обзором. Я знаю, что большая часть из вас этого не сделает, но поверьте, вам было бы интересно сравнить свое первое впечатление о фильме с тем, что вы увидите и услышите в этом ролике. Добро пожаловать на канал Watch Gods. И сегодня на обзоре, по моему мнению, однозначный шедевр, как я называю его, социального киберпанка. Фильм, который должен был выйти под названием «Звездная» или «Космическая пыль», но вышел под совершенно непонятным зрителю «Кин-дза-дза», название, которое совершенно не подходит на первый взгляд к сюжету и вообще концепции, но согласитесь, насколько сильно выделяется данная картина из общей массы именно своим именем. И буквально с имени самого, так сказать, начала знакомства с этим фильмом нас начинает окутывать некая непонятность. Иногда я думаю, что режиссеры порой снимают настолько качественные фильмы, что нет-нет, даже сами того не осознавая, закладывают очень глубокие философские и социальные вопросы в сцены, образы и диалоги. И возможно, иной раз зритель может увидеть в фильме то, чего в нем не видел даже сам режиссер, актеры или сценаристы. Это происходит по разным причинам, например, та или иная лента может быть настолько актуальна, что вся ее полнота способна раскрыться лишь со временем, когда проходит время и наступают определенные события, которые раньше воспринимались иначе или не воспринимались вообще. А поскольку кино — это всегда творческий процесс, особенно если это кино хорошо пропитано соусом футуризма и социологии, то какие-то моменты при съемках могут быть совершенно импровизационны, так сказать, совершенно внезапны. А то, что планировалось съемочной группой заранее, иногда по каким-то причинам не попадает в кадр вовсе. Короче говоря, в процессе творчества так или иначе вмешивается его величество случай. Но, как считают некоторые люди, случайности не случайны. Даже сами актеры, как они говорят, не понимали, о чем собственно фильм, что уж говорить про рядового телезрителя. Мы ничего не понимали, что мы играем. Абсолютно. Так вот, после того, как я посмотрел это кино, я ничего не понял. Честно, мне было лет 14, я любил советский кинематограф, но я совершенно не понял, про что вообще фильм. Хотя посмотрел его на одном дыхании. Кстати, подавляющее большинство моих знакомых давали фильму такую же рецензию. Вроде «я не понял, о чем кино, вообще какой-то бред». А кому-то этот фильм откровенно не понравился, и они посчитали его таким, знаете, фриковым, что ли. Глупостью, не более. Придумал фильм, прочитал сценарий и тут же согласился. Хотя ничего не понял. Но вот я решил докопаться до сути. Я не знаю почему и не знаю зачем, может быть это была очередная случайность, которая не случайна, но через некоторое время я посмотрел его еще раз, потом еще, и вот раз на пятый или шестой я понял, о чем же этот фильм. Да, для меня это именно тот фильм, который я могу смотреть уже фоном, получать эстетическое удовольствие от внешней атмосферы, музыкального сопровождения и, конечно, шикарных, хотя и достаточно коротких, больше похожих на порой обмен репликами, но все же очень глубоких диалогов. Этот козел-то с дырочками там, что ли, остался? И, конечно, все это приправлено соусом тонкого, искрометного юмора и харизмы. Вы извините меня, скрипач, но это элементарное ку. Прошу прощения за столь длительное вступление. Это для того, чтобы вы более плавно начали ощущать атмосферу фильма, а не плюхнулись, так сказать, с корабля на бал. Но будьте уверены, что мое эссе не о том, как снимался фильм.
а о том, в чем его суть, точнее, как я ее вижу. Затронем, скажем, интересный эффект непосредственно подачи и манеры развертывания некоторых моментов в фильме. Это особенно эффектно выглядит, когда смотришь его впервые. К примеру, плюканцы, ну то есть Уэф и Би, которые кроме Кью ничего не говорят, причем продолжительное время, около 20 минут, начинаешь думать, что так и будет продолжаться на протяжении всего сюжета. Но нет, в какой-то момент они резко начинают говорить на совершенно чистом русском языке, а иногда и не только на русском. Чего уставился моему на Берешвилу? И этим фильм очень сильно подкупает. В нем отсутствует искусственная раздутость хронометража времени. Каждая минута наполнена событиями и диалогами без лишней мишуры. На другую планету герои отправляются буквально за одно мгновение, резкая смена «ку» на русский язык и еще много чего. Например, как выясняется, у них, плюканцев, есть и собственное определение вещей помимо «ку». В них зрителю поможет разобраться пацано-чатландский словарь, с которым можно ознакомиться по ходу просмотра фильма. К примеру, летательные аппараты называются у них «пепелац». Это было взято от грузинского «пепелла», то есть «бабочка». Конечно, нельзя также не отметить прекрасный подбор актеров и то, как они невероятно влились в роль. Ведь знаете, особенно в фильмах о будущем или космосе, очень важна именно, так назовем ее, детская непосредственность, которая и дает ощущение естественности происходящего в фильме. И, конечно, не менее прекрасно подобранные костюмы, если про них вообще можно так сказать, ведь достались они съемочной группе из уже неликвидного и откровенно старого реквизита, а иной раз и просто из помойки. Но однако придавшие картине именно тот невероятный антураж правильного, даже я бы сказал максимально относящимся к возможной действительности социального киберпанка. Киберпанк. Жанр научной фантастики, отражающий упадок человеческой культуры на фоне технологического прогресса в компьютерную эпоху. Ведь согласитесь, нынче зритель при словосочетании «киберпанк» рисует в своей голове образы, созданные современным киноискусством и игроделами. Лосковых красавиц в чулках и броском макияже, больше похожих на див порноиндустрии, накачанных мужчин, небоскребы в огнях, летающие аппараты и, конечно, импланты, резко повышающие те или иные способности человека. Не буду говорить за всех, скажу за себя. Конечно, в этом присутствует определенный стиль, так сказать, уникальный почерк. И мне действительно нравится жанр киберпанка. Но я вспоминаю мир фэнтези, где дамы блещут своими формами в таких же нарядах, лишь с некоторыми визуальными отклонениями. Все тех же мужчин с кубиками на животе, и разница, наверное, лишь в том, что вместо навороченных пушек, луки и мечи, драконы и пегасы вместо космических кораблей, красивые эффекты от взрывов снарядов заменяют визуализации магических заклинаний. Взломы компьютеров напоминают шифры старинных книг, а привычные импланты не более чем изначальные способности тех или иных персонажей. Этот список можно продолжать невероятно долго, и зачастую даже беглого взгляда хватит для того, чтобы осознать факт того, что большинство современных синема, особенно кассовых и фантастических, сделаны по одному лекалу. Причем лекало это совершенно незамысловато, я бы даже сказал примитивно. И должен заметить, что вина в этом в большей части, по моему мнению, лежит именно на зрителе, который отстегивает свои кровные в дань богу современного кино. Ничто так не оправдывает бездарность актера, как безвкусица зрителя. Но перейдем к сути. Скажите, насколько велик шанс, что выйдя из дома в магазин за хлебом и макаронами, вы очутитесь на другой планете? Невелик. Думаю, даже ничтожно мал. Но все же есть. Кин-дза-дза переносит нас, причем мгновенно, без лишних спецэффектов, в чудный в кавычках мир высоких технологий, социального упадка и нищеты. Плюк. Так называется планета, куда попали герои фильма, встречает их пустыней. Пустыня олицетворяет не только внешнее запустение, но и внутренний социальный упадок. Пустыня человеческих взаимоотношений. Первое, что сделали первые же люди, попавшиеся на пути к главным героям, они их обманули. И это повторяется далеко не один раз на протяжении сюжета. Все показано настолько открыто, что именно это избивает с толку. Отсутствие натуральной воды и растительности, старые рваные одежды, тотальный упадок культуры и нравов, развлечения сугубо примитивные, а хотя они и не могут быть другими. Ведь при таком раскладе вещей, как мы видим из диалога фильма, они будут ползать на четвереньках, а мы в них плевать. Зачем? Получать удовольствие.
В то же время все это граничит с невероятным развитием технологий, где для того, чтобы разрезать огромную трубу, не нужны навороченные приспособления, а корабли, взмывающие ввысь и способные прыгнуть в любую точку галактики за 5 секунд, больше похожи на ржавые консервные банки, и того и глядишь, развалятся. Но согласитесь, разве не так должны выглядеть по-настоящему высокие технологии? Даже и сами обитатели здешних мест намного более развиты землян. Они способны читать мысли и выучить любой язык за пару минут. Однако все это не спасает их от того хаоса, в котором они пребывают. Но это не самое страшное. Страшно именно то, что они не осознают этого. Для них все окружающее не вызывает удивления или отвращения. Эцелопы исправно собирают дань, с кого захотят, а для того, чтобы подчеркнуть статус, вовсе не нужны мерседесы последних марок или новый айфон. Достаточно иметь красные штаны. Проведите некоторые параллели и ответьте себе на вопрос, вам это ничего не напоминает? Однако помимо этого внешнего, назовем его так, глобального социального фона, по ходу фильма идет также и раскрытие внутренних качеств героев. И не просто раскрытие, но, что самое главное, трансформация личности, на первый взгляд не кардинальная, как это уже стало привычно для современного зрителя, вроде того, когда плохой персонаж может резко оказаться хорошим, слабый вдруг стать сильным и так далее. Тут мы видим трансформацию более реальную и, как следствие, менее заметную. Один из главных героев, Владимир Николаевич, совершенно советский человек с совершенно советскими взглядами и идеологией. Это очень четко и безошибочно прослеживается в самом начале фильма, где они, попав на другую планету, думают, в какой же пустыне могут находиться. И скрипач, отвечая на вопрос, какие у нас еще пустыни бывают, называет пустыни планеты Земля, но не СССР. Какие у нас еще пустыни? Коби, Сахара. Ну я же сказал, что у нас? То есть подразумевается именно Советский Союз. Чувствуете этот тонкий момент разницы в психологии мышления этих двух людей? Один более старый, другой более молодой. Дядя Вова решил, что они находятся в Каракумах. И, кстати, это действительно были они, ведь фильм снимали именно там. Однако законы местной фауны со временем сбивают привычные установки гражданина Советского Союза и делают его более гибче, так сказать. Уже не получается идти напролом, доказывая и показывая свою значимость и свободу. Отрицание принадлежности к местным социальным группам, нежелание одевать колокольчик от донки себе в нос и так далее. Подумайте сами, но просто поставьте себя на место дяди Вовы, закройте глаза и представляйте. Вы – взрослый человек, состоявшийся специалист, строитель, прораб. С образованием – выходец из величайшей державы в мире, далекий от ребячества и прочих вещей, вы серьезны, как и все взрослые люди. И вот другой человек в одежде нищего вставляет вам в нос колокольчик. Причем без всяких шуток, это вам не день рождения у племянницы. Вот так вот трансформируется личность. Такими способами она меняет себя и свои взгляды на жизнь, и особенно меняет свои взгляды на правила. Правила, по которым живут окружающие тебя люди, целые государства и даже миры. И то, что кажется иной раз совершенно незыблемым и естественным, оказывается в действительности не более чем просто привычкой, привычкой шаблонов и образа мысли. Но хотя сам персонаж на протяжении фильма все больше погружается в окружающую действительность и принимает его правила, его основные внутренние качества остаются прежними. Он все же выделяется на фоне большинства населяющих плюг. Он не привык к обману и благороден, он не смог оставить попавших в беду друзей, хотя кажется, что даже само понятие «друг» на плюке просто отсутствует. Он решителен и в итоге не стал мириться с местными порядками, но не сразу, а после того, как обрел понимание законов, вещей, действующих в этом мире. Это уже не повадки супергероя, который проламывает себе путь своими сверхспособностями или огромными пушками. Это более человеческий, более реальный путь. Осознать место, в котором ты находишься, выбрать момент и постараться изменить свое положение в нем. Также мы видим изменения и в двух других не менее значимых персонажей, уже местного пошива, Уэфа и Би, которого играет Леонов и Яковлев. Из совершенно обычных меркантильных представителей плюка, которые не гнушались обманом или предательством для собственной выгоды, все же
В конце фильма они решаются совершить попытку доставки дяди Вовы и скрипача домой, несмотря на собственную опасность быть превращенными в растения. Это некое иносказание к смерти, то есть совершить благой поступок относительно другого человека с помощью собственной жертвы, совершенно не свойственные плюканцам действия. Они, так же как дядя Вова является пропитанным социальными установками Советского Союза, являются совершенно пропитанными социальными установками Плюка. Посмотрите, какую отсылку сделал режиссер, когда Би произносит фразы политического типа, присущие, пожалуй, любому строю на Земле. Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели. Это выглядит смешно. Зритель смеется, так как звучит слишком абсурдно. Однако это не более чем аллегория на наши реалии. Правительство, как было замечено, живет на другой планете и просто так до него не добраться. А нанятого смотрителя совершенно не интересует жизнь плюканцев. Он занят лишь собственным развлечением. Очень, кстати, интересный момент – это приседание перед голограммой этого смотрителя. Его зовут Пеже. Даже не перед живым человеком, а его образом, картинкой. Это один из, так скажем, обязательных моментов жизни плюканцев. А если не присядешь, можно и в каталажку улететь в один миг. Вот так вот. Кстати, небольшая ремарка. Наша планета Земля по сюжету фильма имеет номер 013. Но это так, к слову. Есть еще много и других тонких социальных моментов, например, когда Би спрашивает, а что у вас на Земле никто в клетках не сидит? Скрипач отвечает, только звери. Но причем заметьте, тут аспектов можно уловить несколько. В клетках сидят животные, и Би говорит ему, видишь, у вас на Земле такой же оголделый расизм, как и здесь на Плюке. И с одной стороны, это такой юмор. Он говорит так потому, что скрипач как-то выразился, что разделение людей на чатланов и подсаков – это самый настоящий оголделый расизм. И с одной стороны, это юмор, так как Би вроде как не понимает, о чем именно говорит скрипач. За весь фильм на Плюке не показано было ни одного животного. Но с другой стороны, это также и плевок во нравы современного общества, которое посадило животных в клетки, лишило свободы и использует по своему усмотрению, особенно для развлечения. В клетках на Плюке выступали подсаки, вроде такого шоу в каком-то смысле, как у нас зоопарки или цирки. Ну и надо еще сказать, что у нас в клетках сидят и заключенные люди. Однако на всем этом фоне и отсутствии культуры, внутренняя человеческая тяга к прекрасному людям не чужда. Это отчетливо видно на выступлениях дяди Вовы и скрипача после выступления у Эфы и Би, где песня про раба звучит как искусство. Мелодия, слова, рифмы и смыслы – все составляющие хорошей композиции. Даже в руках обычного прораба звучат по местным меркам просто шедеврально. И этот момент нельзя не отметить. Выжить в этом нелегком мире нашим героям помогла музыка. Искусство вечно и не чуждо каждому человеку. Скрипка оказалась лучшим помощником на чужой планете, с помощью которой они зарабатывали на жизнь, когда остались один на один с законами местного капитализма. Как говорится, музыка – это всегда кусок хлеба. Еще одна ремарка – курил дядя Вовы сигареты «Космос». А вот, кстати, вам примерные цены на Плюке, приравнивая их, так сказать, к нашему курсу. Это примерный подсчет, исходя из диалога скрипача. Ну и заодно узнаем, сколько стоит спичка на Плюке. Итак, в день они зарабатывали по 2 чатла. Откладывать получалось один. Гравицапа, эта штука, с которой можно быстро перемещаться по галактике, стоит 2200 чатлов, что равняется 0,5 кц, ну то есть 0,5 спички. Далее из диалога мы выясняем, что откладывали они примерно по 1 чатлу, 2200 разделить на 365, получаем 6 лет. А теперь возьмем текущие реалии. Предположим, что чатл стоит около 1000 рублей. Ну такая среднеминимальная зарплата в городах по России. Ну так и выходит примерно плюс-минус, в день они зарабатывали около 2000. Получаем, что целая спичка стоит 4 миллиона 400 тысяч, почти 5 миллионов рублей. Иными словами, попади вы сейчас с коробком на Плюк, могли бы прикупить несколько квартир в центре Москвы. Еще раз повторюсь, что цены приблизительные, и правильно, конечно, было сравнивать с ценами СССР, а там уже с нашими. Но, грубо говоря, одна спичка сейчас на Плюке стоит не меньше 1,2 миллиона. Как-то так. Это, конечно, очень высмеивает деньги как таковые. Просто бумажки или обломок жестянок, как на Плюке, все что угодно, они не имеют никакой действительной значимости для людей. А вот энергия,
которую в своем роде выражают спички, это уже совсем другое дело. Так что видите, можно быть безумно богатым, но совершенно не догадываться об этом. Буквально носить у себя в кармане золото. Спички в данном случае символизируют ведь не только энергию, но и, что более важно, знание, как ее использовать. Понимаете? Знание – это сила. В некотором роде именно знанию, информацию носил в своих штанах дядя Вова. Вот что имеет подлинную значимость, видимо, во всей вселенной. Есть еще, конечно, в фильме очень много событий и мест для размышлений, неожиданные сюжетные повороты, которые так любит зритель, и элементы серьезных драматических событий и переживаний. Отдельное место здесь уделено и понятию времени, так как фильм раскрывается не в одном временном линейном пути, так сказать. Но знаете, я бы не хотел описывать и раскрывать все моменты этого фильма, чтобы оставить и для вас, тех, кто еще не смотрел этот шедевр или смотрел давно, так сказать, место для размышлений. Да и не всегда люди одинаково интерпретируют те или иные показанные события. А подводя итог, можно сделать вывод, что фильм рисует нам картину нашего будущего без лишних прикрас, если человечество продолжит тот путь, по которому идет, не соблазняя зрителя модными красавицами в чулках и крутыми пушками, не вгоняя в него, так сказать, горькую пилюлю сладкой оболочки, выставляя все это в более реальном виде. Кин-дза-дза – это отражение того будущего, к которому мы, к сожалению, имеем все шансы прийти. Хотя лично я надеюсь, что этого все же не случится. Поэтому, если вы все-таки не смотрели, обязательно посмотрите. Ну а кто смотрел, всегда есть повод посмотреть еще раз этот несомненный шедевр советского кинопроизводства. Я буду рад, если вы оцените мой труд пальцем вверх под этим видео и подпишитесь на канал Watch Gods. Надеюсь, до новых встреч. Всем два раза ку. Удачи.